А что, если сделать так? Правило «спички детям не игрушки» сегодня подтверждает Лунтик. Мультяшный персонаж развел огонь в детском саду, но хорошо, что тоже не настоящий. Таким не обжечься, но впечатлиться. Юные зрители запомнят, как вести себя при пожаре. Если увидишь огонь или дым, скорее звони. Телефон 101. Представление для самых маленьких. Старания ВДПО Азовского района. Пожарное общество выиграло президентский грант на воплощение проекта «Безопасный огонь». Очень сложная процедура подачи заявки, должна быть оригинальная идея. Но еще самое главное – ее воплотить, и чтобы она получила ответный результат. Вот сегодня мы с вами увидели именно воплощение. Разрабатывая спектакль, учли множество моментов. Герои должны быть поярче, продолжительность представления покороче и никуда без игры. Зрители – активные участники происходящего. Ну а кульминация – на улице. Выступления пожарных не оставили детсадовцев равнодушными. Такие антипожарные гастроли расписаны до ноября. За это время мы будем работать и охватим 30 детских садов города Азова и Азовского района. То есть увидят данное представление больше 3000 воспитанников детских садов. Дальше планы у Азовского ВДПУ еще масштабнее – провести спектакль по всей области. Оксана Мельничук, Виктория Щетинина, Максим Шапошников, Дон-24, Азовский район.